Привет. Вы просто мне нравитесь, я за вами по городам езжу. Все, я пришел. Сегодня будет проходить встреча видеоблогеров. Допивай, потом в туалет убежишь. Что, вы намешали все-таки? Детокс бурда, да. С Казахстана приехал к вам. Ого. На мероприятие. Так, а это где такое? Можете еще это забрать тоже? А тут в Ютубе будет Гришка. Я завтра в Лондон, ты тоже? О, велосипед. Тырим, тырим. Сегодня первый день в Питере. Будем покорять. Ребята, всем привет! Питер, привет! Все-таки я приехал к тебе. Я ищу Невский проспект. Какие-то дома красивые. Как в Европе. Автобусы туристические. City Tour. Все, сразу дошел до Невского проспекта, тут я буду жить. Я еще не дошел, но однозначно я тут остановлюсь и буду тут кочевать. Все, буду выходить. Вот, тут я живу. Букинг написано, еще есть лифт. Лифт маленький, на двоих, на троих. Все, я выхожу, такой двор длинный. Иду до улицы Рубинштейна 1. Мне везет, тут близко. Я еще не кушал, надеюсь, там на ништяки. По такой же высоте я иду пешком. Часовня, часы правильно идут. Какая архитектура. Поражаюсь. 600 рублей возят экскурсию. Цены тут, конечно, мощные. Подошел, посмотрел, сколько стоит Coca-Cola. 100 рублей, 0,5. Такие дома почему-то мне напоминают Венецию. Рекомендую всем посетить Санкт-Петербург. Однозначно. В общем, такая беда случилась. Шел всю улицу, пешком прошел, а оказывается, вообще не в ту сторону шел. И девушка мне помогла. Перевела меня. Это тут. Все, я пришел. Сегодня будет проходить встреча видеоблогеров. Комоды. Тайм-клуб. У меня еще в запасе полтора часа есть. В принципе, запустят, могу там посидеть. Здравствуйте. Да, это Creator Day, YouTube. А, да, все верно. А, прямо будет проходить. Спасибо. Привет. Здесь привет. Блогер. Да. Вы тоже тут? Да? Вы просто мне нравитесь, я за вами по городам езжу. У тебя тоже лучше. Какой мне кофе сделали сердечком. Детоксом. Красный, зеленый. Кто пил? Ну, детокс вот это. Mm-hmm. Ну, как кто болеет, и они их пьют. А, может быть, но в принципе его можно и не больному пить. Да? Да, они вкусные. Это, знаешь, я посмотрел украинских видеоблогеров. Там Мартыненко или Шапик. Вот. Кто заболеет, они девушкам своим такие берут. А, я что-то такое. Вот ты, говорит, заболела, на, говорит, я пакет детоксов пей каждый день. Я уже, говорит, их не могу пить. Налили желтый, в красный, зеленый. А все равно остается красный. Это от рубашки отсвечивает. Называется детокс бурда. Все равно остался вкус первый. Да? Допивай, потом в туалет убежишь. Что, вы намешали все-таки? Детокс бурда, да. Нормально получилось. Это эксклюзивный вкус будет. Александр, привет. Я Рома. Саша.
с Казахстана приехал к вам на мероприятие. Приветствую, меня зовут Сокол, и передаю привет городу Костанай из пасмурного Санкт-Петербурга. Александр Соколов, человек. Я могу представиться. Я кинообзорщик. Занимаюсь обзорами кино, новинок, старых фильмов, а также больших блокбастеров. Собственно, все. У меня на канале 500 миллионов подписчиков. 570. Сколько там? 577. 570, ты чё? Ну, надеюсь, мои комментарии были полезны. Очень. Спасибо. Друзья, давайте сфотографируемся все вместе. Вот, да. Все, тут мероприятие закончилось, сейчас мы идем все вместе на другое. А есть пакетик тут? Так, а это где такой? Может, еще это забрать тоже? Не, ну можем забрать. Смотри, сейчас. Все, это новое место у нас. Также дали валюту. Привет. Ульяну можно видеть практически каждый ролик. Это как в Олимпиаде Мишка был, да. А тут в Ютубе будет Гришка. Вишневый сидр? Да. Серьезно? Красавчик. Они такие мини. Принесли нам бургеры. Гриша с грустью смотрит на меню. В общем, проходит такое мероприятие, оно закрытое. Сейчас хотим фотографии сделать. Давайте, идем на улицу. Третья? Третья. Три плюс. Представил этот поход в Минск. В Минск гулять. Че, пойдем в Минск гулять? Да? Минск, так Минск. Все, мы пошли. Спасибо большое. Не знаю, когда я теперь вас увижу. Нет, я не пойду гулять. Можешь в гостиницу поехать? Да, вполне возможно. Да? Ну, все, ты вообще раз... как у тебя свое род-шоу, беседуешь за нами по пятам. Да. Да. Я завтра в Лондон, ты тоже? Нет. Нет, визу не дают. Визу мне не дают. Не дают. Да, там они тяжелые люди. Все, всем пока. Прощаться не будем. Пока-пока. На О, велосипед. Тырим. 50 рублей не просто. В Москве вообще дорого. Я в марте был в прошлом году. Это просто пипец. Сколько денег ушло. Вот такой вот ночной Питер. Добираюсь до дома. Уже пол 11 где-то. У меня с собой еда. Ништяки. Завтра я опять проживу. А еще у меня есть гречка. Ну все, ребят. Всем добра, всем пока. До встречи. Еле попал. Забыл код от двери. Телефон сел. Люди помогли. Лифт не работает.